Приветствую, дорогая церковь. В гости приехали. Я в гости к дочери приехала вместе с внуком. Вот мы решили послужить, песню спеть. Но перед этим я хотела бы засвидетельствовать о последнем чуде, о последнем благословении, которое Бог излил на мою жизнь и на мою семью, где мужик Михаевкин. У нас была конференция, и Бог мне сказал, я насобирала денег, что-то там хотела купить себе, я уже не помню, что хотела купить себе, ну, какие-нибудь, ну, женщины, они любят что-нибудь покупать себе. Ага. И мне Бог проговорил, отдай все деньги на эту конференцию. Всегда же в церкви есть нужды, там, стройка, ремонт. Я сначала так не хотела, думаю, ну, а как скажешь Богу, нет, я не могу, отдам. Вот. Ну, отдала, думаю, ну ладно, там, или на небесах это будет копилочка, или на земле это проявится потом, потому что написано в Библии, да, что по прошествии времени пожнешь. Я как-то на последнее время не обращаю на это внимания, знаю, что Господь все равно воздаст. А у нас дома стройка началась, и только началась, и у нас не было денег продолжать дальше этот ремонт и делать там. Мы провели воду. И на этом все остановилось. Нужен был септик, ну, там, туалет и все, знаете. Я даже не думала и так, отдала деньги Богу и все. И вдруг мне приходят деньги. Ну, от сестры я от нее вообще не ожидала. Я думаю, как она, ну, как бы и не должна была дать. А она дает деньги, которые, Я когда только думала отдать вот эти, это не десятина была, это было пожертвование. Только думала, а она уже мне звонит, говорит, Аня, я отдаю вот эту сумму. Я тогда, конечно, с радостью, да, я отдала, да. Ага, и вот эти приходят деньги, и теперь мы можем сделать все, благоустроить полностью дом. Я такая вернулась назад в те года, когда мы купили этот дом, приобрели, где ничего не было, ни воды, мы на колонку ходили далеко, с какой-то деревянной тележкой, с флягой 4 ведра воды вмещает. И еще хозяйство, вот как-то эту воду надо было разделить, чтобы всем хватило. Ну, это было очень сложно, очень тяжело после работы. И вот так вот Бог нас благословил, вода есть, туалет, душевую кабину купили там. Еще какие-то планы. Я вообще, слава Богу. Поэтому, если приходит вот это пожертвовать Господу, даже не это, не размышляйте, я волнуюсь, извините. Просто я благодарю Бога и вот засвидетельствовала, что Бог вот так вот благ изливает благословение на детей своих и на семьи. Мы хотим прославить Господа и спеть о Его любви, о Его заботе, то, что мы всегда в Его руках. Мы всегда в Его руках. Мы даже, может быть, не верим, сомневаемся. А Он милостивый, благой, любящий Отец, и мы всегда в Его руках. Да, мы услышали, как еврей один поет песню, поэтому она частично будет на еврейском языке. Вдохновились и надеемся, что вам перейдет это вдохновение. Извините нас, что не так. Oh,
Он Отец для всех народов, а от греха Он даст свободу, смерть Ему подвластна, Он святой. Сохранит войну и голод, верой дар, щитом укроет, верен в любви своей, Он Отец для всех, Он Отец для всех. Ава, Отче святый, мы твои, твои. Царь наш добрый, пастырь для детей своих. Вновь и вновь ты нас прощаешь, ты в себе я укрываюсь, Папа. О, святый, Ава, Отче святый, мы в руках твоих. Царь наш добрый, пастырь для детей своих. Вновь и вновь ты нас прощаешь, ты в себе я укрываюсь, Папа. О, святый. Oh, my God.